она хочет его видеть джентльменом, а он остается псом. Феминистки собрались тут. Так, Емма, оце зараз буде ексклюзив. Ви людина, у якої перша особа цієї держави в телефоні записана як Вовка. Колись я почитала статистику, як мало читають українці. І я впевнена, що тут немає проблеми з колективним інтелектом чи з ментальністю людей. Я думаю просто, що в Україні не нормалізоване читання як варіація дозвілля. Люди мало бачать книжок в мейнстрімовому просторі. Я подумала, що якщо кожна обожнювана людьми артистка, співак, акторка розкаже про свою улюблену книжку в прайм-тайм по телебаченню, це трошечки змінить ситуацію, і з кожним роком ця статистика буде кращою. Ну, принаймні, я правда в це вірю, я бачу, як це змінює країну і змінює світ. Ви говорите, у мене прям мурашки йдуть. Пусть так і буде. Завідую людям, які говорять, книга читається за 5 часов. А де вони? Ну, як це? Где їх взяти? Вот, ну, хочеться ж, да, сесть і 5 часов. При этом не засыпать. Ну, я после рождения двойни вот начала замечать только недавно, вот им 4,5 года сейчас, вот где-то полгода назад мне перестали сыпаться буквы каждый раз, когда я открываю книгу. И я только полгода назад начала вот читать, ну, больше, чем там час в день. Ну, это для меня важно, это наполняет мои колодцы внутренние, как я вот люблю выражаться. Поэтому, да, я рада, что книги вернулись в мою жизнь, потому что в какой-то момент я начала прямо, ну, чувствовать, что я что-то упускаю. Для глядачів, які не читали «Елегантну їжачиху» Мюріель Барбері, розкажіть, чому ви обрали цю книжку і про що вона? Чесно, это какой-то космос, я думаю. Я услышала о ней, ну вот, по-моему, я даже не вспомню сейчас, честно говоря, Эмма, когда я услышала, но, вы знаете, бывает такое, ты что-то слышишь, и это прямо так в тебя попадает в сознание в твое, что потом это название или этот автор начинает тебя преследовать. Ты начинаешь это все чаще и чаще, и я воспринимаю это как уроки Бога, Вселенной, как его путь. Вот я воспринимаю, что я такая фишечка, и он меня переставляет к этой книжке. То есть, ну, таким образом показывает мне, прочти, прочти, прочти. Я не помню, честно говоря, откуда я о ней узнала, но столько было напоминаний, что я решила все же ее прочесть, и я ее смаковала. Это вот был тот случай, когда тебе не хочется, чтобы она заканчивалась. Малышей еще тогда не было, она уже в разряде моих любимых очень давно. Вот. И я помню, мы ехали с мужем на машине куда-то на лыжный курорт, и я ему читала вслух. Читала вслух, то есть у нас уже не работало радио, мы уже были поза всеми зонами, уже приемники отключились и просто шипели. Он говорит, включи мне что-то. Я говорю, слушай, давай не включи, я говорю, давай я почитаю. И я читала вслух, и мы ехали, смеялись. Это классная книжка, надо прочесть. Ну, да, надо прочесть, надо прочесть. А я таким образом ее вдоль и поперек вот изучила. Мне очень нравится литература, где на каждой странице можно загнуть уголочек. Ну, знаете, так вот, чтобы... какая классная мысль. Когда вот мысли как ягоды, ты правда получаешь эстетическое и где-то даже физиологическое, вкусовое удовольствие от того, как это написано. Мне нравится, что здесь есть два поколения, к которым я не принадлежу. И мне нравится понаблюдать и услышать, и погрузиться в мир, в мировоззрение женщины, очень умной, очень образованной, интеллектуалки. Для меня это разные понятия. Можно быть очень умным и быть неумным по жизни. Ну, знаете, вот можно прочесть много книг, но не быть способным получать удовольствие от жизни чисто на бытовом уровне. То есть ума, как говорится, палата, а ты несчастен. Вот мне было интересно, как этой консьержке с помощью хитрости, с помощью уловок, с помощью всего того, конечно, багажа знаний, которые у нее есть, как ей удавалось оставаться собой и в то же время оправдывать ожидания жильцов дома, потому что как она там пишет, наше время никому не нужно. Бедная, некрасивая, ну и умная женщина. Ну, то есть вы обречены на отчуждение в таком случае. Вот. Мне нравилось то, что она назвала кота Лев в честь Льва Толстого и в честь своего там любимого произведения Анна Каренина. Мне нравилось их взаимодействие с девочкой-подростком, то есть две героини, да? Консьержка, которая выдает себя за
недалекую, являясь на самом деле очень умной. И девочка-подросток, которая хочет свести счеты с жизнью, родившаяся в богатой семье и презирающая этот снобизм, этот пафос, которым ее семья живет. Мне было, ну вот, вот мне было интересно взаимодействие этих двух поколений, ну и, конечно, я понимала, что где-то должна случиться любовь. Ну, как без нее? К сожалению, она случилась только в конце книги, но она была такой веселой. Ну, это была, знаете, такая не любовь, когда, ах, ну там же, а она была какой-то вот романтично веселой. И мне тоже очень близок этот, ну не знаю, этот жанр, что ли, отношений, вот так вот могу сказать. И, конечно же, абсолютно сносящее голову тебе происшествие в финале. В який момент ви зрозуміли, що це ваш текст? Якщо можна, немножко цитат. Да? Я просто читаю в основном бумажну літературу, но иногда, когда еду на гастроли, я понимаю, что мне надо взять 6 книг или 5, там, ну, если гастроли там 3 недели, 4, потому что я иногда читаю несколько книг подряд, и это все очень тяжело. Поэтому есть электронные книжки. У каждого свой удел, от которого не отвертеться, как ни старайся. Можно тешить себя разными иллюзиями, но в финальной сцене все равно предстанешь тем, чем на самом деле был всегда. Ходи хоть всю жизнь в тонком белье, от этого у тебя самого тонкости не прибавится, как у больного не прибавится здоровье от того, что его окружают здоровые люди. Что-то так раз, ну то есть глубоко, мне это глубоко, я думаю над этим, потому что, ну правда, это про быть и казаться, это про желание выдать себя за кого-то, кем ты не являешься, которая в итоге, ну, все равно все эти шоры, все эти маски, ну, они спадут. Поэтому, мне кажется, вряд ли стоит тратить жизнь на то, чтобы быть тем, кем ты не являешься. И я с этим очень много работала. То есть у меня там 10 лет психотерапии, они, в принципе, были направлены на то, чтобы, ну, понять, кто ты, что ты, и начать получать удовольствие от этого. Вот. Или, например, вот это очень смешное, когда то, что ты считал своей отличительной чертой, вдруг оказывается типичным для целой социальной группы, это всегда ошеломляет, а в чем-то и оскорбляет. То есть ты думал, ты такая уникальная, такая, наверное, только у меня так, да, да. И тут раз встречаешь людей, они говорят, да, 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 знакомое чувство, и потом еще. Думаешь, а, ну понятно. Ну то есть так немножко на землю тебя раз и вернул. А, например, у вас это как было? Вы переживали подобные чувства? Просто было несколько раз, когда мне казалось, что некое стечение и некая, ну скажем так, смесь там чувств, эмоций, ощущений, представлений о себе, о мире, о ситуации, о себе в этой ситуации. Вот оно настолько какое-то вот мое такое интимное, и только я могу это понять, что, ну вот, я оставлю это себе, и, наверное, ну, наверное, это то, чем мне стоит делиться, чтобы не расплескать. И тут кто-то об этом очень просто говорит. Ты говоришь, и еще вот такое чувство, да, вот потом, да, да, ну мы это обсуждали у меня вот там с братом такое, там, как? Ну то есть ты понимаешь, что мы все где-то в чем-то похожи, просто вдруг ты решила себе приписать, ну, некую уникальность, да, ну, то есть занесло. Чуть-чуть занесло вот куда-то, где ты чувствуешь себя не лучше, там условно не становишься лучше по сравнению с собой, а становишься лучше по сравнению с другими. И это так немножко тешит самолюбие. И тебя тут, ну вот, я думаю, что для этого и нужно читать книги. Просто чтобы понять, что где-то живет человек, который, не зная тебя, не общаясь с тобой, просто взял это, написал и облег это в такую ироничную форму, что у тебя сразу вот это все так фух! И упала, и, честно говоря, стало настолько легче, ну, что теперь не надо с этим носиться, как с хрустальной вазой. Вот, или, например, мне нравилась еще очень цитата сейчас. Она описывает жильцов дома, и вот когда она пишет о девочке, которая гуляла со спаниелем, у нее был спаниель, да, который был очень живой, игривый, а она была такая вся вот, ну, немножко не от мира сего, немножко космическая, и когда Рене говорит, самое любопытное, что хозяйка хочет видеть его джентльменом, а он упорно остается псом. И это тоже, это такая, ну, такая очень лаконичная на самом деле фраза, если не применять ее к собаке, ну, это же вот о многом, там больше, чем о собаке.
она хочет его видеть джентльменом, а он остается псом. Ну так, потому что природа его создала таким. И если, ну, ты не можешь быть джентльменом только потому, что тебя хотят им видеть. Ну, потому что ты песик, ты спаниель, ты классный, смешной. Поэтому ты не должен, условно, природа не создала тебя для того, чтобы ты соответствовал чьим-то ожиданиям. Это, условно говоря, их проблемы. Вот, а ты просто классный пес. Ну, то есть какие-то вот такие вещи. И вот это, конечно, это вообще, это для меня такое прям, знаете, я поняла, что брак, после этой цитаты, сейчас прочитаю ее. Наш брак, смею сказать, это когда она описывает свой брак с мужем. Наш брак, смею сказать, был на редкость счастливым. С ним я была сама собой, ну, с мужем в смысле. Приятно и грустно вспоминать ранние воскресные часы, благословенные уже потому, что то было время законного отдыха, когда мой муж пил на кухне кофе, а я сидела рядом и читала. Блин, в этом, я не знаю, я представляю целое кино почему-то. В этом столько любви, когда каждый занимается своим делом и не говорит ему условно, а что ты мне кофе не сделал? Что ты там читаешь? Поговори со мной. Когда каждый принимает мир другого со всеми потрохами. Со всеми. Мне сейчас хочется пить кофе, а тебе читать. Мы можем молчать, но при этом мы не врозь. То есть, понимаете, когда прицельно, очень прицельно в тебя попадают словами, притом не назидательно, не сверху вниз, а так, что ты... Блин, как классно сказано, я же так вот чувствовала, только если бы я это описывала, я бы написала целый, наверное, трактат, а тут просто в одно предложение уместилось, вот, блин, и все, и у тебя начинается голод, аппетит, и хочется еще, поэтому, наверное, вот поэтому она такая моя, самая моя. Я читала її, думаючи про вас, бо завдяки вам я її відкрила для себе. Цікаво. Я теж виписала цитати з запитаннями для вас. Віолетта Грельє з Ганчір'я, П'єр Артанс із Шовку, а я з тканини на фартух у фіалкові або сині квіточки. А з якої тканини Лена Кравець? Інтересно. Сьогодні зі шкіри. Да, сьогодні так. Ну, з штучної. От какой-то натуральний матеріал. Льон, хлопок и что-то в очень природных тонах, натуральных, серый, беж, белый, вот что-то такое почему-то. Я бы хотела быть той тканью, из которой пошьют штору в греческую таверну. Бачите, я не хочу здатися некоректною, але в цей час, коли більшість жінок, особливо відомих жінок, масово користуються пластичною хірургією, ботоксом, ви без цього всього, це ваш стейтмент? Да, я без всего этого, потому что я просто, а, боюсь, б, боюсь, что будет хуже, и в, да, мне интересно видеть себя в разном возрасте. Мне нравится проживать жизнь вместе со своим лицом и телом так, как они на то запрограммированы, и я им всячески помогаю. Ну, не всегда с помощью косметики, а в основном сейчас с помощью питания и его отсутствия. Вот, больше отсутствия. Тому у нас на столі тільки книжки. Да, мы сегодня, у нас духовная пища сегодня, да. Під багатьма вашими постами у Фейсбуці дуже багато критичних, місцями навіть суперобразливих коментарів. Я, наприклад, такі видаляю, мене дуже бентежать вони. Ви не видаляєте, вас вони не зачіпають? Я читаю коментарі в течение 2-3 днів після поста. Мені цікаво. Потом нет. Возможно, я их просто не вижу. А иногда, ну, бывают жесткие, с нецензурной бранью, то, конечно, сразу бан, да. Ну, мне очень понравилось, кто-то сравнил свою аккаунт-страничку со своим домом, пусть даже виртуальным, цифровым, да. Ты приходишь ко мне домой, я тебе показываю свои фотографии, и ты говоришь, ну, ты вообще... Прошу вас на выход, ну, то есть, до свидания. Ты же пришел ко мне домой, что ты тут следишь? Сними обувь, ну, зайди, побудь здесь. Побудь, не нравится? До свидания, ну, как бы. Поэтому, да, у меня быстро. Я просто, видимо, их... Ну, некоторые, честно, у меня иммунитет, Эмма. У меня иммунитет, я очень много слышу всего, читаю и про себя, и про нас. И в связи со сложившейся ситуацией сейчас вдвойне, втройне этого всего стало больше. Поэтому у меня иммунитет на мнение людей.
которые, например, ну, негативное мнение, я имею в виду, которые для меня не очень важны. До цитат. Треба добре напружитися, коли хочеш виглядати дурнішою, ніж ти є. Ви знаєте, як це бути в такій ситуації? Когда ты попадаешь в, ну, общество людей, ну, не всегда знакомых, в основном незнакомых, и ты понимаешь, что это, ну, не твоя стая. Ну, не твоя стая. Они тебя знают, а ты их нет. И они, вот это тот случай, когда они ожидают, что сейчас ты включишься и начнешь вещать, транслировать эмоцию, изображать радость. А это, ну, а ты не на работе в этот момент. Я зрозуміла, що я уявлення не маю, хто ви. Коли побачила ваш репост феміністичного маніфесту Сінтії Ніксон «Be a lady, they said». Я не знаю, хто ви. Це прям ніяк не співвідноситься з тим образом. Зараз, извините, просто молоді люди проходили, і ви феміністичного образу. Феміністки зібрались тут. Ну, на 50% вони мають рацію точно. У всіх мейнстрімових гумористичних шоу експлуатуються гендерні стереотипи. І там багато сексистських жартів. І тут «Ти диш, be a lady, they said». А де ви справжня? Я очень люблю мужчин. Як і всі феміністки. Угу. Я очень люблю Сінтію Ніксон, ну, как актрису. Мне понравился формат, в котором она это все говорила. И, ну, давайте я объясню свою позицию. Я знаю, что есть несправедливое, возможно, не совсем однозначное, неравнозначное, неравномерное распределение ролей между женщинами и мужчинами в бизнесе. Ну вот, я это знаю, что женщина на одной и той же должности может получать абсолютно разную оплату с мужчиной на такой же должности. Я знаю, что есть предрассудки, я знаю, что есть некие стереотипы, как вы сказали, в обществе, при приеме женщин на работу, при общении с ними в бизнесе. Но я хочу остаться женщиной, но я хочу иметь такие же права, как у тебя мужчина. Я внутренне разделяю вот то, о чем мы с вами говорим, когда, ну, есть бизнес, когда есть некая деловая среда, и там, да, там это равноправие, оно обязательно должно быть, и формат мужчина-женщина дома, даже в танце, это вся природа взаимоотношений между партнерами, между мужчиной и женщиной, там же никто не доминирует, там женщина в красивом платье, но она никуда не пойдет, пока ее не поведет мужчина, и мне Макс несколько раз говорил там, ну, пока я никуда не иду, ты никуда не идешь. Доверься мне. Я тебя смогу поднять, если ты будешь в тонусе. Если ты расслабишься и будешь мешок картошки, я тебя не смогу поднять. Поэтому втянули, поджали. И я это все проецировала на, ну, на некую природу взаимоотношений. Поэтому этот манифест, он больше относился, ну вот, наверное, к той стороне вопроса, где я считаю, что равноправие обязательно. Потому что мы там с вами немножко на другой территории. Мы там все добыча и все охотники. Поэтому давайте вот тут вот как-то уживаться. А вот здесь нет. Цитата. Що таке аристократка? Це жінка, яку не зачіпає навколишнє паскудство. Мне кажется, что аристократ – это человек, который старается жить в соответствии со своими ценностями. Ощущает свое предназначение или просто имеет страсть к чему-то, раскрывает свои таланты, при этом всем, все это, все, что он делает для себя, улучшает мир. Я сіла в крісло, приклала руку до грудей і несподівано сама для себе промовила в голос. Очевидно, ось воно, життя. Пригадайте, коли ви востаннє були в ситуації, коли ви, можливо, не промовляли в голос, але мали відчуття, що, очевидно, ось воно життя. Це в основному, в 99% случаїв, це моменти, коли я дивлюся на дітей. Дивлюся на дітей, навіть не розмовляю з ними. Просто дивлюся, як вони їдять, як вони рисують, як вони дивляться мультик, як у них змінюється. Ну, це, або на старшу. Коли я прихожу, вона не бачить, я на неї сиджу і дивлюся. Ну вот, вот это вот ощущение, ну вот она жизнь. Ну то есть вот, мне ничего не надо, мне надо ничего спрашивать. Такое созерцание. А
перед этим, то, что вспомнилось вторым, это когда мы возвращались из Одессы еще, ну, еще до всей этой истории с коронавирусом. Мы рано-рано утром выезжали в каком-то гастрольном очередном нашем туре по улице Успенской, выезжаем из гостиницы, едем, и такая, знаете, такая классная весна, такая солнечная, такая теплая. 5 или 6 утра, и моют улицы из шланга дворник, но моет. И в этом, вот, ну и такая радуга от воды из шланга. Я не знаю, что вообще со мной случилось. Это было какое-то такой катарсис. Но так все, знаете, было понятно. Человек моет улицу рано утром. Ну, можно же было этого не делать, можно, но он моет ее. Это весна, этот, ну вот, весь мир. Все сошлось в точке, это радужное ощущение, вот это. Ну, все как будто, знаете, как будто бы вот кто-то там сверху говорит, смотри, все вроде бы так просто, а смотри, как красиво, просто. Он стоит в какой-то робе и делает тебе радугу. И меня как накрыло вообще, я просто, ну просто что-то вот какое-то такое было очень сентиментальное чувство. И в нем вот тоже была какая-то жизнь. Ну, не знаю, как-то вот. Ну, это же такие вспышки, это кадры, это моменты. Это не часы, это миги. И вот это миги, это секунды, иногда доли, когда ты понимаешь, блин, клас, вот это вот оно и есть. Я хочу, щоб ви зараз назвали три книжки, які вас вразили, що ви порадите читати нашим глядачам? Ну, давайте так, із последнього. Это «Эшколь Нуво», «Три этажа». Я вам о ней говорила. «Три поверхи». Три новеллы о людях, которые живут на трех разных этажах в одном доме. Это чистый кайф вообще. Вы не сможете оторваться. И именно с этой книги началось у меня возвращение в литературу. Я с ней перестала спать. Ну, то есть вот это вот когда... А потом, что я там читала позапрошлым вечером? Вот эта книга и... Невероятная по своей глубине мудрости и в то же время очень земная книга Ольги Гуцал «Якщо прыгнули, то гребіть». Это класс. Ну, «Елегантность ежика», конечно. Ви людина, у якої перша особа цієї держави в телефоні записана як Вовка. Угу. Дайте мені пораду як журналісті, як переконати президента взяти участь у цій рубриці і розповісти про свою улюблену книжку. Я думаю, вам слід почати з першої леді. Я маю на увазі запросити у цю рубрику її, бо вона дуже полюбляє читати, вона багато чого мені рекомендувала в свій час. І повірте, з нею вам буде дуже цікаво поспілкуватися на цю тему. Я би хотіла, знаєте, чим завершити? Чи могли би ви прочитати щось зі свого? Так, Ема, оце зараз буде ексклюзив, тому що я... Ну, я не читаю нічого свого, отак. Коли втомишся всіх зігрівати нас сонце, просто раптом в подушки хмари сховайся. Загорнись у вітри свої теплі ковдри, поридай там дощем, не скажу я нікому. Вилуй душу всю небу і морю, сонце, охолонь, відпочинь від всіх нас наодинці. Я сховаюсь під зонт, почекаю на тебе, відпущу свої сльози, з твоїми змішаю. Не соромся бути собою, сонце. Не зважай, що люди говорять про тебе. То їм мало тебе, то ти дуже гаряче. Та не зможе без тебе ні земля, ані небо. Добре, давайте ще один і все. Це в октябрі прошлого року. Я його написала теж в машині, где-то вот, знаете, вот было состояние, когда ты понимаешь, что тебе надо остановиться и записать, потому что оно сейчас все уйдет, улетучится, и ты не схватишь эту птицу за хвост больше никогда. И оно так, вот прямо из меня так, фух, и все, и я его очень люблю. И однажды ты понимаешь, так как раньше уже не будет, и свободно дышать под маской никогда не привыкнут люди. Ты покажешь себя настоящую, и вдруг станешь для всех незнакомкой. И лишь ангел, рядом стоящий, в тот момент улыбнется тихонько. Ничего не загадывать. Компасы все сверять лишь по ходу движения. Вспомнить, кто ты, и распустить волос. И не спрашивать разрешения. Дякую вам величезно. И вам. Елегантний жачиха Мюрель Барбері. Літературна порада від Олени Кравець.